rights of her own. Give it back and a whole lot more to get off a lonesome train, and a lonesome train on a lonesome track. Well, it's a lonesome train to travel along, a lot of miles on a dusty track. I'm going too far, I ain't turning back from a lonesome train on a lonesome track. But will I left behind that girl of mine when the love was all so true? She cried so much and told me not to go on a lonesome train, on a lonesome track. I'm on that train, baby. Всем привет, ребята, в эфире Тварына, и начинается наш сегодняшний стрим героя, турнирная партия с Роджер Юа, М200 шаблон баланс. Так, потихоньку будем начинать. Я тут себе, короче, купил... О, боже, сосед проснулся вовремя. Купил второй монитор, подключили сегодня, и теперь у меня почему-то герои не хотят нормально захватываться в X-сплите. Их перекрывают разные проги, это плохо. Вот видите, снизу сейчас что-то появляется. Ладно, попробуем сегодня постримить, а там посмотрим, как это получится. Так. Ну вот смотрите, вы же видите, да, на экране, если я, допустим, вот, картинку покажу. Вот это, по идее, сейчас перекрываю, да, героя? Ну да. И это плохо, друзья. Так, ладно. Не понимаю, почему, но это 100% связано со вторым монитором. Ну да бог с ним. Так, открою схему шаблона на всякий случай. Блин, немножко непривычно, но ладно. Да не, ну оно не так же. Это я просто усложняю себе жизнь немножко. Я типа окна буду... Ну, короче, не так оно как должно быть. Может зависеть от подключения самого монитора. В смысле? Не, главный монитор не роляет. Я пробовал. Ну, то есть главным у меня стоит тот монитор, на котором я играл раньше. Thank you.
сейчас по регламенту вопрос. Я шел по шоссе, когда рядом проехала ты. Я ощутил твое дыхание, вдохнув немного красоты. Кик соседа, да их тут много, их хрен всех кикнешь. И ты все час была со мной, но вышло все не так. Тебя уносит от меня твой серебряный кадиллак. Выруби совсем. Я шел по улице домой. Так, стартанем синим. Какая батарея, ребят? У нас новый дом. И не заметил, как на спину легла твоей машины тень. Ну, выбрал же, чё? Непонятно, что ли? Открылась дверь, меня маня. Но что-то тут не так. Так, все, понеслась. Тебя уносит вдаль с другим. Оплот. Твой серебряный кадиллак. Кстати, бриса есть. Много папашек. Но, блин, оплот, конечно. Плот рулит. Я не могу не есть, не спать, прочтя в газете статью. А толку от гундулы и гречки, это М шаблон, ребята, тут бриса мейн. Так, заголовок, кстати, да, надо поправить, сейчас сделаем. Но, слава богу, ты жива. Так. Но что-то тут не так. Сверкает хромом под окном. Твой серебряный кадиллак. Блин, нам еще и мефа. Сменил шапку. Привет, хорош был на игре, в следующий раз больше тренируйся, ну или скажи, чтобы в свою игру включили вопросы из героев тоже, ты бедубасов тогда подари. Спасибо, спасибо на добром слове.
в следующий раз будем активнее готовиться. В этот раз-то я, по сути, с корабля на бал времени особо не было. Но и опыта не было. Нет, защита концы не влияет на количество птиц внутри. Привет, Александр, ночных карт тебе. Привет, спасибо. Я, скорее всего, разрещу эту раздачу. Хотя, ну, блин, противоплода. Блин, не знаю, еще если бы волки хотя бы были. Конца единичка, кстати, интересно. Удачной игры, папушка. Чатик всегда с тобой. Пека, почаще радуй нас героями. Что можешь рассказать про ОП и турнир? Спасибо, Миним, за поддержку. Сейчас похожу, расскажу.
Хотя, наверное, можно было не подставлять, но ладно. Да, лучше единичку бы оставил. Спасибо. Don't see them. I'm ready to fight. I'll be looking for my baby all night. If I get her in my sight. I'll roll the lights. No kidding, I'm ready to go. When I find her, boy, don't you know? If I get her in my side, boom, boom, I'll roll the lights. Не, сам не буду доиграть. Короче, турнир М200 называется. Играется на картах размера М, соответственно, 200% сложность. А, быстрые игры, контактные, динамичные. Сундуки-то норм зашли, но противоплода все равно не хочу. Понятно, меня еще и с обзорки болел. Не, против Роджера я не играл еще.